Дорогие земляки, дорогие ленинградцы, дорогие петербуржане, нам с вами в жизни повезло. Мы родились в самом великом, самом красивом городе мира. В городе, который отразил и русскую историю, и мировую историю, который является мировой сокровищницей, внесен в список ЮНЕСКО, конечно. И поэтому на нас с вами большая ответственность. Город этот выдержал войны, выдержал жестокую блокаду и не сдался врагу. И был восстановлен до последнего камушка. И вот сейчас городу угрожает большая опасность. По камушку, по кирпичику, по домику, по скверику и так далее, его пытаются растащить, распродать, заместить старые исторические здания новыми билдингами в угоду деловым и карманным интересам. Мы не должны позволить, чтобы город был отдан на произвол бюрократическому и торгашескому аппарату, которые готовы за деньги продать и отдать что угодно, не говоря уже о памяти наших отцов. На нас с вами огромная ответственность. Мы должны поднять голову в защиту черт, небесных черт, как говорил великий русский интеллигент Дмитрий Сергеевич Лихачев, нашего города, против искажения и разрушения, против строительства Газпромовской башни на Охте, против строительства на Васильевском острове, вот этой самой замечательной биржи, там, слава богу, мы одержали победу, против уничтожение исторического облика нашего города. Конечно, враг достаточно силен, потому что на его стороне и административный ресурс, и деньги. Конечно, «Газпром» должен показать, кто хозяин в стране, и не позволит без боя просто так отступить перед строительством вот этой башни на Охте. Тем не менее, обязанность каждого из нас, обязанность каждого из граждан России – выразить свое отношение к этому. Это наш долг с вами. Я думаю, что если мы все вместе скажем «нет», то наш великий город, наш святой город, где мы родились, и который нам дороже всего на свете, наш Петербург, Петроград, Ленинград, останется таким же, каким видели его наши предки, и каким хотели бы мы его видеть, как один из самых славных и самых прекрасных городов мира, и как отображение европейской России. Давайте объединимся, и заявим свой протест против всех этих незаконных действий. Я написал стихи там по этому поводу, если можно, я сейчас его прочитаю стихотворение, может оно не ах чего такое, но идея понятна. Этот город, где с тобою мы когда-то родились, где над солнечной Невою вознесен кораблик ввысь, город, бывший Ленинградом на гранитном берегу, чтоб жестокую блокаду мы не отдали врагу, где плывут в порядке строгом 100 зеленых островов, перед Родиной и Богом мы в ответе за него. За него в боях сложили честно головы отцы, эти парки, эти шпили, эти храмы и дворцы. Не сменяешь на монету, за валюту не продашь, потому что город этот не газпромовский, а наш. Отражение в канале и закатов алый дым от фашистов отстояли и от этих отстояли.